В этой небольшой теплице можно выращивать любые овощи или ягоды. Здесь уже успели взойти огурцы и некогда посадили клубнику. В основе лежит идея создания недорогого настраиваемого модуля управления. Его можно подключить к любой теплице, будь то ферма, дачный участок или балкон. Сконструировал такое изобретение 16-летний школьник Александр Щелоков. Есть сам модуль, который можно прикрепить к любой, так сказать, грядке. То есть то, что у нас здесь находится, это не главная часть. Значит, находятся модули, там вся электроника, автоматика, которая собирает датчики. Сами датчики, они располагаются, ну, там, где будет что-то расти. Ну, вот они собирают данные, обрабатывают, ну, и дальше изменяется микроклимат под тот, который мы сами настраиваем. Теплица собрана не полностью. Часть составляющих Александр взял домой, чтобы модернизировать. Эта теплица – третий прототип. В первом не было даже модуля, просто провода и датчики света и влажности. Александр преобразовал домашнюю пластиковую грядку с луком. Со вторым прототипом юноша участвовал в конкурсе «Кванториума». С третьим отправился на всероссийский конкурс «Большой взрыв», где занял 15-е место и стал призером. Он такой больше, ну, очень скромный, скажем так, парень, вот, но очень амбициозный одновременно. Берется за нереальные проекты и делает, старается их реальными. Сейчас Александр работает над улучшением теплицы. Она будет полностью герметична, с подогревом или охлаждением, которое подойдет для любого климата. Вот она сейчас не герметична, и здесь доступ снаружи. То есть там СО2 из внутри воздуха, который сейчас здесь есть. А то она будет полностью закрыта под каким-нибудь резкий климат, там, где не может расти растение. То есть это может приспособить к каким-нибудь экстремальным условиям. То есть Антарктида, может даже под водой. В следующем году Александр будет презентовать свое изобретение на всероссийском конкурсе «Сириус». Стоит отметить, что это не единственное изобретение школьника. Дома он работает над созданием станка ЧПУ, который будет отличаться от других, как минимум, дешевизной производства. И от этого еще интереснее, как сможет изменить мир Александр в будущем. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».